Всем привет! Сегодня мы вновь ездили в Калининград, ремонтировали машину, и вот по ходу назад мы остановились на небольшую экскурсию. Сейчас я вам покажу, что мы хотим вам показать здесь у нас в Калининградской области. Вот до Правлинска 34 километра. Вот стоит сухое дерево такое большое. Автобусная остановка, и сейчас мы подойдем к развалинам этой кирхи. Кирха или храм, как он правильно называется, сейчас мы все узнаем с вами, посмотрим, какое состояние его на сегодняшний день, на 26 мая 2021 года. Значит, на табличке написано: памятник архитектуры местного значения, приходская церковь 18 века, состоит на учете и охраняется государством. Вот сеятель такой, мозаика. Тут вот еще надпись по-немецки какая-то, но очень тяжело разобрать, конечно, что тут написано. Буквы выбиты. Вот. Что-то тут, либо тут какое-то, может, благословение или еще что-то. Ну и вот заглянем. Вот они, развалины. Сохранилась частично колокольня, или как она будет правильно называться. Вот все, что есть на сегодняшний день. Вот такой храм, такая приходская церковь. И таких церквей у нас в Калининградской области очень много. Очень много. Вот, видите, толщина стен. Своеобразная архитектура, окна удлиненные, такие высокие. Вот. Сейчас подойдем сюда, еще посмотрим, что здесь. Тут, наверное, тоже фрески были, органы, наверное. Что еще? Вот мы проходим такую арку. И вот посмотрите вверх, если посмотреть вверх. Да, все это деревянная была лестница. Вот ее видно. Вот она, лестница. Ступени видно. Вот. И уходит она вверх. И туда уже по этим, видимо, балкам. Все это разрушено. Тут вот, видимо, уже кладку вложили. Чисто по-русски. Видно, что цемент. Что-то какой-то, наверное, был склад. И вот вышли мы с обратной стороны. С обратной стороны. Вот она, часовня эта. Вернее, колокольня. Вот в таком состоянии на сегодняшний день. Вот. Таких церквей, еще раз говорю, у нас очень много. Есть еще по дороге в Каштановке. Еще есть у нас Тишина, по-моему, стоит такая, Чехова. Во многих, значит, поселках. Потом еще, когда будет возможность, я вам покажу. Ну, пока вот, вот такой вот храм, развалины храма на сегодняшний день. Понравилось? Вот мы снова остановились по дороге домой. В Каштановке. Тут тоже уже Правдинский район у нас. Вот такая кирха. Сейчас мы к ней подойдем поближе. Посмотрим, что за развалины. У нас даже такси ездит. Здание большое, старое. А
закрыт. Вот с этой стороны, видите, палетами. Стены кирпичные. Здесь гранитные валуны огромные. И вот такая вот махина стоит. А тут написано «Приходская церковь, 14-15 век, стоит на учете, охраняется государством». Вот, видите вы, да? Вот. Сейчас попробуем внутрь заглянуть. Крыши нет никакой. Мы заходим внутрь. Балки. Они рухнули. Вот с такой высоты. Деревянные переборки. Была колокольня. Колокола, естественно, уже нет. Крыши тоже. Вот. Заходим внутрь. Кирпичная кладка. Вот такого состояния церквей, я еще раз говорю, много у нас в области. Это одна из них. Это просто по дороге мы остановились, проезжаем тут часто. Остались даже вот решетки на окнах, оригинальные. Оригинальные решетки. Частенько на таких церквях делают гнезда аисты. Ни фресок не видно, ничего. Обычно такие церкви вот при советской власти использовали под какие-то склады, под зернохранилище. А это вот закладки под ворота, под двери. Видите, какие гранитные булыжники. И арочная вот кладка кирпича. Все на деревянных шпильках видно, вот деревянные шпильки. Дерево сколько лет уже стоит, если с 15 века это церковь. Сами посчитайте, сколько ей лет уже. Лет 500, 600 есть. Вот в таком состоянии памятник у нас в Калининградской области есть. Еще будет возможность, я еще вас повожу, покажу. Ну а пока, всем пока, едем дальше домой.